мы продолжаем разговор о творчестве наших николаевских художников. Мои гости – Наталья Сапак, искусствовед, и Сергей Гаврилов, писатель. Я и не помню, на чем мы остановились в прошлый раз, но мы должны говорить сегодня, продолжаем говорить о том, что такое жанры и стили в художественном творчестве применимо к нашим николаевским художникам. Сразу же вопрос на засыпку вам, Наташа. Что, реализм уже кончился или нет, а? Нет, ну реализм был, есть и будет. Это отображение реального мира, а вот вопрос, как его отображать? Потому что были экспрессионисты, да, были кубисты и даже сюрреалисты, которые каждый отображал, но они отображали реальную форму, реальные образы. Угу. Ну, правда, удали это не всегда, но тем не менее. Вот поэтому это есть реализм. Когда мы видим и различаем конкретную природную форму или человека, фигуру его и так далее, это есть реализм. Угу. Поэтому не реализм, это только, пожалуй, абстракционизм, когда беспредметное искусство. Угу. Вот вопрос только в том, что вот этот реализм как трансформируется в творчестве того или иного художника в то или иное время, в том или ином направлении искусства. И заметьте, я не говорю стиля, Сережа. Нет, понятно, да. Потому что стиль – это большое явление, которое проявляется во всех видах и не только даже изобразительного искусства. Слушай, а ты помнишь вот этот замечательный фильм «Приключения принца Флоризеля»? Да. Да, помнишь, этот клетчатый, да, и все встали. Узнали все, то есть портрет. Да. Вот он, пожалуйста, он был написан в стиле кубизма, по-моему, да? Да, да, да. То есть в таких клетках. Да, вот. Конечно. Да. Но что получилось? Я же наблюдал за это время, что от социалистического реализма, о, который у нас присутствовал, да, ну, не будем даже очень крепко объяснять, что это такое, а реализм по-советски, будем так, да, просто, да, говорить, да? Совершенно верно. По заказу. Творчество по заказу. Мы перешли уже к тому, что оп, общество распалось, все бросились, нельзя же было. Ни кубизм, ни импрессионизм, ни, да, тонь. Да, да. Все, которые помоложе, бросились сюда. Опа, я сейчас квадрат, опа, я нос кручу, опа, все такое. И бросились туда, особенно молодые, да? А некоторые так спокойненько и остались в нормальном реализме. У нас, вот я бы сказал, вот два человека. Давайте об одном говорить. Михаил Озерный. Правда же, да? Да. Давайте говорить об этом человеке, о его творчестве. Ну, Михаила Ивановича я очень уважаю. Он вообще очень многогранный художник. И вы знаете, ведь он же прекрасный прикладник, керамист. Керамист он вообще замечательный. Прекрасный керамист. Вот чего бросил вот это дело? Это все понятно. Сейчас экономически очень тяжело. Деньги, да. Вы представляете, сколько надо энергии, конечно, какие печи, чтобы продукцию туда свою дорого отжигать. Да. Поэтому вот, к сожалению, у нас, а ведь очень жал, потому что и Озерный, а у нас не только он, очень хорошие керамисты, и традиция юго-Украины керамика очень интересная. Угу. И вот я так вот переживаю, что уже вот прерывается связь. И уже вот поколение, ну ладно, мы говорим об Озерном. Об Озерном, давайте о живописи. О живописи его. Потому что вот это тот человек, который, ну, я, вы знаете, очень, я бы так сказала, отношение у него бережное было, очень интересное, интеллигентное к образам, создаваемым в керамике. И вот это он перенес и в живопись. Угу. Вот такая, знаете, наблюдательность, объединенная с созерцательностью. Это те лучшие качества художника, которые передает природу. И вот он действительно работает, ну, в традициях вот так той хорошей академической реалистической школы пейзажной. Ну, которую мы знаем из истории искусства. Угу. И, конечно,
в данном случае, когда вот часто приходится там сталкиваться, вот это принимаю, это не принимаю. Действительно, у нас сейчас многогранное искусство, многостилевое, с множеством направлений. И вот то, что Михаил Иванович, и, кстати, не только он, я могу назвать многих наших николаевских художников старшего поколения, которые работали, например, в скульптуре, как Макушин, и обратились к живописи. Это не только интерес вызван вот той вот внутренней, знаете, творческой потребностью, но еще, скажу так прозаически и чисто, вы знаете, где-то может быть и жизненной такой экономической потребностью. Мне что-то кажется, да? мне что-то кажется, что люди, которые там перешли там со скульптуры там или с керамики на живопись, да. Вот я вот что-то заметил, что они вот изобретательные. У меня есть один этюд Озерного, он мне его подарил. Угу. Слушай, какая у него там классная растяжка, вот этот туман. Там идет, знаешь, вот я ни у кого не видел. Ну, то есть это вот конкретное его изобретение. Совершенно Единственное, что, конечно, у них там проблема. Да, у них этюдность. То есть картин как таковых нет. Картин вообще мало, да? Да. Картина такого Молдаванова. Это картина. Ты же знаешь, чем отличается картина от этюда. Сережа. Картина – это рассказ-роман. Я только тебе хотел задать вопрос, а картину Озерного ты помешивал бы себя дома? Конечно, оказывается, видишь, у тебя даже есть. Есть. И я с тобой согласен, что как, вот на любой его выставке, я уже видел их полноценных две, да, и снимал. Вот те, которые этюдные вещи у него, небольшие по масштабу, по размеру, вот с этим флёром, о котором ты сейчас говоришь, да, просто прекрасны. Ну, это непосредственное впечатление. Да, действительно, вот, работа свежая, живая, в несколько вот сеансов выполненная. Здесь и сейчас, да. все по-честному опомнили, там, вот некоторые там, я знаю, там, ну, там разные технологии, есть некоторые там на большую цифру там, фотографируется есть с большим момент, разрешением. Да, там. Да, и как-то это зашел к одному художнику, так сказать, покойному мэра Чайки исполнялось там сколько-то лет. Угу. У него вот такая вот кипа фотографий вот, с такими вот разрешениями. Угу. То есть, и он по этим фотографиям, все там, портретная сетка тут же там, сидит Дмитрич с таким вот красным лицом, тут вот на кожаном диване лежит там мобильный. За окном, намыв и чайки. Вот так вот. Вот это картина. Какая она там не есть, да. А вот смотрите. Но это все с фотографией, поэтому это нечестно. К этому веду. Сейчас уже даже у больших художников киевские выставили. Есть живопись. Живопись, и вдруг какая-то раз фотография монтируется там где-то, бампер машины там или окно какое-то. Чистая фотография. Что это такое на сегодняшний день? Ну, кстати, это, мне кажется, одна из форм, одно из направлений постмодернизма. Да, когда, да, вы знаете, когда живопись, современные технологии, они коснулись, и уже, кстати, уже сколько, десятилетия, коснулись вот и изобразительного искусства. Ну, что делать? Мир не стоит на месте. Понятно, что компьютерные все эти системы будут активно участвовать и в таком изобразительном творчестве. Все дело в том, что, вот художники, они же тоже живут в другом ритме. То есть раньше, так сказать, в домобильную эпоху, у них сердце там билось по-другому, и ток крови был другой. Сейчас это все, так сказать, вот гораздо все усилилось, и они тоже, и они работают быстрее. Вот у Валентина Меркулова там этюд шикарный там получается за 2 часа. Я говорю, вот так вот. Рекорд Гиннесса. Вот да. И еще другой художник. Мы к нему потом придем обязательно. Вот Юра Гуменный. Юра Гуменный. Он жестоко. Он даже мне говорит, ничего не стоит, допустим, там сотню картин сделать. Притом это же не просто этюды. Да, это конечно. Же такие у него законченные картины. Да, у Гуменного много картин. Да, правда же. Если пробежать, пускай там будет и 70 работ, и пробежать по выставке галопом, он ничего не увидит абсолютно. Он увидит пятна, которые там где-то будут в мозгу там где-то зафиксированы, и все. И на этом. А здесь достаточно посмотреть одну работу, и он сразу поймет.
Я никогда не думаю о том, для кого я пишу. Вот почему-то не думаю. Мне главное выразить то, что я хочу выразить. Все-таки вернемся к реализму художников. Мне, кстати, рассказывал по поводу реализма, по-моему, Витя Покиданец, он учился там с каким-то пацаном, и, так сказать, тот попал в отрезвитель. Это по поводу реализма. Угу. Попал в отрезвитель, и вот уже защита нужна картина. Ну, человек 5 лет отучился там, пахал, и вот его там мамаша выкупила там за какие-то деньги там на 2 дня. То есть он пошел, сделал картину. Знаешь, какая картина? Ты мне Покидаец рассказывал. Да. Такая вот классная доска. Все там, знаешь, тряпка лежит, мел. И написано 1 сентября. Картина. Угу. Все, конец веревки. Знаешь, то есть вот милиционер там присутствовал в защите, потом обратно взяли, посадили. Это вот по поводу реализма. То есть в принципе, реализм это сейчас. Вот я не знаю, вот согласишься ты или не согласишься, но это стиль как инструмент для реализации себя в каких-то других стилях и в какой-то своей манере. То есть вот Леша Маркитан, он тоже реалист. В общем, он, да. Да. Вот, собственно говоря, я видел его портреты шикарные совершенно. А портрет – это вот проверка художника на вшивость. Понимаешь, так вот, ну вот, да, уже грубо, есть. Да, ну говоря. Да, есть ли школа или нет школы. Да, ну, да. Не могу не вспомнить один случай, который произошел со мной. Я как-то проходил домой, извините за выражение, мимо мусорных баков. И увидел картину. Я посмотрел, она выброшена, понимаете? Выброшена и видно недописанная. Да, что-то импрессия. Да, что-то и абстракция. Я ее, ну, мне так больно стало, что художник, который вот что-то такое, или он просто не дописал, я уже нарисую себе жизненную ситуацию, он не дописал, может, там расстался с кем-то, может, когда-то давно расстался, взяли, выбросили, как память нехорошую, так сказать, о нем. Я посмотрел, и вдруг вижу вот так вот уголок, не очень возле уголка, один кусочек. Если его вот таким образом взять в рамку, картина.
Я взял эту картину, пошел домой. Я только хотела спросить. Да. Взял? Взял, да, вырезал этот, да, кусочек, правильно, взял в рамку и а-ля-ля. Это не ты один такой, это мне Костя Головина рассказывал тоже ситуацию, когда у него тоже вырезали из картины. То есть картина не понравилась, а вырезали там, не знаю, там какой-то поднос с фруктами, там багет его там. Ну, может быть, я так, ну, на профессиональную точку зрения, может быть, я там и ошибся, но у меня ж как-то вот захотелось именно это. Я получил. Видите, что такое творчество? Даже и не на всех оно. Абсолютно не на всех. Правда же? Хочу перевести разговор еще на одного реалиста. А вот что я по этому поводу могу сказать. Как только стало туго художникам жить после распада Советского Союза финансово, да, они все начали быстренько писать натюрморты. И быстро, и немножечко пейзажи. И уже горячие пирожки. Вот этот человек, Серафим Осинкевич, о нем не скажешь, что она пишет это все, допустим, ну, только на продажу. Все-таки она в своих натюрмортах достигла больших художественных вершин, не правда ли, а? Да, и она, собственно, не изменяла этому жанру. Не изменяла. Да, вот она приехала, я помню, ее молодой, и приехала когда к нам в Николаев. И вот это ее любимый жанр, натюрморт, пейзаж, но, кстати, и портреты у нее очень портреты интересные. Портреты у нее неплохие, да. Да, и портреты интересные. Да, но мир вещей, видно, видите, как ее привлекает. Причем, ведь она как художник... Ее вещи интересуют больше, да, чем люди. А потому что часто вещью, предметом можно очень многое сказать. И вот она, у нее замечательные вот варианты охотничьих натюрмортов ее больших. Причем у нее довольно большие натюрморты. Да, разные по бывают. По размеру они разные. Такие достаточно монументальные. Вот есть, это да. Уже вот они такие, то, что стоят, они, да, нельзя сказать этюд, да, а уже, да, такие, да, картины. Ну, да, дело, да, в том, что это, у Серафимы там у нее мастерство, там, естественно, под ногтями, это она уже это, там и композиционно, там, и цвет, и свет. То есть она даже об этом не думает. У нее это вот все уже в голове сидит просто. Конечно. Есть, она придумала. Мастер, она, да, подошла так, раз, все, и у нее все получилось. То есть я вот так как-то вот смотрел так, то есть, ну, я вот вижу, что она не переписывает свои картины. Да, мне тоже так кажется, нет, нет, да, нет, что нет, она нет. Не переписывает. Таня Купцова по поводу ее творчества один раз на выставке Серафима Синкевича сказала очень интересную вещь. Она говорит, посмотрите, все эти натюрморты написаны в такой, вот я так нашел слово для себя, оно такое белорусское, украинское, какое-то оттуда, цяточки. Она их такой тек-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 тек. Точечки такие, тяточки, да, тек-тек-тек-тек-тек. Кстати, пейзажи у нее тоже так. Тоже таким образом. Но Купцова сказала, обрати внимание, там есть все краски, есть коль, есть полутон, есть все это дело, она мешает. Но черной ни одной. Нет, ни одной. Да. А вот ты представь себе... Синкевич очень хороший колорист, да. Она великолепная. А вот ты представь себе, как это вот технологически. Вот есть Вальверт, вот это вот там замешивает, это вот раз, 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 раз. Я имею в виду по трудоемкости, по своей. То есть вот у нее все это дается кровью и потом. Но эффект достигается, конечно, сумасшедший. Вы заговорили о Тане Купцовой. Какие у нее натюрморты? Так, а теперь это уже все-таки отталкиваемся от слова «стиль», пожалуйста. Ну, в смысле... У Тани Купцовой стиль. Мы не будем, я не знаю, я вот определять как-то стиль. Вот она точно работает, не определишь, ну, да? Ну, а как? Ну, вот она работает в такой эмоциональной манере, очень живописные у нее работы. Я, например... Ну, широкий мазок. Вот широкий эти ее цветы, пионы, по-моему, да, у нее замечательные. Причем очень сложное море решение хорошее. Белого. Море, затем, она умеет... Да. И, а она море, что? Море, пошли, да, в море, да. Она воду, море пишет воду таким вообще, образом. Да, а воду, да, так, да, сложно.
можно рисовать вообще. Для меня Таня как живописец прямо открылась, потому что, ну, как-то вот она приехала к нам, графики, живопись ее была графична. Ну, да. А потом она так раскрылась, вот на таком очень, знаете, хорошем живописном уровне, именно как вот живописец раскрылась, пастозная манера, сочная. Да. Вот она, вот чем художник определяется, любой, и литератор тоже, это имеет свою манеру. Манеру, свою манеру, вот она море, ты сказал, Сергей, она пишет так, как никто другой не пишет, не правда ли? Или ты видел так вот? Так нет, вот? Я не видел. Все дело в том, что я вот повторюсь, наверное, что воду писать, это вообще высший пилотаж. Просто вот вода получается не у всех, даже у мастеров не у всех. Ну и белое писать очень трудно, правда же? Естественно, да. Ну, да, конечно. У Тани есть понятие белое. Да. Есть, она это писала. Это была первая международная группа художников. И мы обедали вот в таком интерьере, да, большое стекло. За стеклом видно море и вот эти вот белые зачехленные стулья. Когда народ расходился, белые столы в скатертях. Когда народ расходился, вот образовывалось такое вот состояние. Да. Очень понравилось, и я его написал. Используешь черную краску? Ну, когда надо, да. Да? Да. Ну, очень редко. Значит, тоже Бугац, это тоже вот зимнее море, оно... Иногда оно полностью сливается с небом, иногда оно сливается по цвету, иногда оно темное. Бывает, да? А? Зеленое бывает вот такое? Зеленое очень редко оно очень бывает. У тебя подбивается вот не первая картина, где тебе... Такая вот изумрудность такая. А изумрудность, она из-за близости воды к тебе. Потому что она тут с песком, она не имеет такого голубого цвета. Шторм. Шторм. Здесь тоже цвет играет роль, понимаешь, он играет отличие неба от воды, вот это вот, видишь, эти все площадочки, они же не чисто белые или какие-то там серенькие, они освещены теплым светом. Здесь есть ощущение того, что ночью море в это время, которое ты писала, да, оно очень тревожное, даже не столько тревожное, сколько вот такое. Своя среда. Да. Вот там, понимаешь? Здесь мы вот в этом свету, а там свое. Какая-то тайна, правда? Вот тайна. Давайте я уже вас не буду, мне кажется, мучить этим разговором дальше, потому что, вот смотрите, мы за это время перечислили только несколько человек, которые живут у нас и работают. Боже, какое счастье, что я лично с ними знаком, что я вижу их творчество, что они радуют других своим творчеством, что это, в конце концов, неплохие люди, да? Да, что вообще, нам с ними здорово, правда же? Да, вообще жители города счастливы, что они у нас живут. Вот я как житель, так сказать, как член городской общины, тоже счастлив, что у нас такие художники. Ну, давайте этот разговор мы все-таки не остановим. Передача закончена. А мы продолжим разговор, потому что у нас еще много великолепных художников, о которых мы будем говорить в следующих передачах. До свидания.